Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Снайпер 2, Воин-призрак. Итак, основная кампания. Продолжить. Плохая карма. Акт 3. Дислокация. Тибет. Время 11:00 по местному. Настоящее время. Ну. Рейзер, внимание. Мы высылаем штурмовую группу, которая встретится с тобой у места назначения. Рейзер 32. Говорит Гэмбл 21 лично. Отряды опергруппы будут готовы встретиться с вами у места сделки. Парни, когда мы появимся умеренного на вечеринке, ваша точечная поддержка будет очень кстати. Как слышите? Слышу хорошо, 21. Поможем с удовольствием. Вот только прямо сейчас мы немного заняты. Когда будем на месте, мы вам крикнем. Что делаешь? Бегу. Правильно? Ну правильно, смотрите-ка. Тоже. Брат 2. Поднимай. Идем. Лом со сделкой. Возможный элемент неожиданности. Ни одному это кажется чертовски знакомым. Слышу тебя, но мы должны почистить все хвосты, хотя бы ради Келлера и его парней. Наверное, здесь я должен рявкнуть «Ура!». Так что чего бы я там ни думал, «Ура!», братан. Так, я думал покрутить их. Подписывайтесь на мой канал. На канал Asmodee Play. Оставляйте комментарии. Вау, как красота, смотрите. Ставьте лайк. Замри. Опс. Есть контакт. Храм наверху. Видишь его? Вижу. Попал. Угроза ликвидирована. Так. Ладно, выдвигаемся. Ну, кто бы спорил, пойдем. Я не против. Кто-то идет, спрячься за колонной. Давай. Тот, что справа, твой. Мини-ролик. Сейчас. В кусты спрячем. Стоп! А чё мы их не стали прятать? Хорошо, выдвигаемся. Блин, ну я всё в этих чемоданах что-то ищу. Патроны там. Врываемся и защищаем по твоей команде. Ну кто так врывается-то? Сложно представить, сколько в храме ходов. Никуда не лезь. Осторожней. Ага, вот они. Да, очень тесный. Черт. Нужно постараться снять одним выстрелом как можно больше. Присмотрись, может на ком-то есть гранаты. Ни хрена себе. На ком-то есть гранаты. На ком-то может и есть. Блин, блинский. На. Угроза ликвидирована. Сейчас, минутку. Прямое попадание. А где, как я узнаю, где, вот она. Отличная работа. Старался. Давай, веди меня. Куда там идти надо? Бегу, бегу, бегу. Внимание, вражеская вертушка. Фанат оружия массового уничтожения с нами. Ветер, конечно, на время займет пилота, но нам все равно нужно спешить.
Так, аптечек у меня максимум. Тут может прокачивать как-то можно. Прошлого снайпера можно было прокачивать. У тебя на один час команда снайперов. Башня, два человека. Снимай их поодиночке, когда разойдутся. И постарайся поживее. Хрен остал. Ждем, когда дыхание будет. На. Выключи второго, пока он еще не нашел тело. Подожди. На. Вот дерьмо. На земле. Ко входу в башню приближается солдат. Не дай ему до нее дойти. Да поздно. Погоди немного. Спокойно. Да, он где-то выйти должен же. На. К центральной площади подходит патруль. Подожди. Ну-ка поверни, чтобы я точно видел, что у тебя граната есть. Это граната или что? Фляжка. Гранаты нету, да? Может, у других есть? Они расходятся по сторонам, приготовься. Начни вон с того бездельника. Он готов. Теперь нейтрализуй второго. Давай. Один вышел из середины группы, самое время его снять. Не горячись, жди момента. Давай, давай. Давай, стреляй. Вот так. Остались три солдата у алтаря. Нас поджимает время. Убей двоих одним выстрелом, ну а левый мой. Сейчас, подожди. Отлично сработано. Ты хотя бы одного убил. Ну какая прелесть. Отлично сработано. Это я сработал. Так. Блин, есть, патроны. Давай в укрытие. Снайперы наверху, на стене храма. Хорошо. На. На. Все вроде чисто. Нужно покинуть открытое место. Рейсер 32. Успел. Это Гэмбл 21 лично. Вертушка с интересующим нас лицом вот-вот сядет. Нам нужно, чтобы вы поскорее оказались внизу. Прием. Гэмбл, мы вынуждены засели на главной площади храма к северу. Скоро будем у вас. Хорошо. Информирую вас, что если не будете успевать, то Юниформ разрешил вам вступать в бой по готовности. Этакий гнев небес получится. Мы будем рады помощи. И не пойте там пока Аве Марию, парни. Вот скоро с неба огонь обрушится, будет самое время. Слышу хорошо, Рейзер. Андерсон, нужно действовать, пока они не закончили. Хорошо. Так. А вы обратите внимание. Справа внизу есть... Проверь по углам. Кнопка подписаться. Цель на 12 часов за углом. Оставь его мне. Давай. На. Машина, спрячься. Похоже, нас не заметили. Пусть едет. Ну, пипец. Враг впереди. Давай-ка посмотрю, кто там. Вот так. Все чисто, идем.
Куда идем-то? Вниз? Почему наверх-то? Почему наверх? Блин, они только что туда уехали. Одна цель на ногах. Жди, пока он будет в слепой зоне и вперед. Вот так вот. Неправильно ты цель расставляешь, идиотинушка. Они должны меняться, они же передвигаются. Эх, чему тебя только в школе учат? Оболтус. Кажется, нужно подниматься. Да без проблем. Почему он нет? Мой последний, что ли? Ползи. Доберитесь до следующего пункта. Ну, так, выбора нет. Будем стараться доползти. Это Карл Мэддокс. А кто это? С чего я его должен знать? Глупо спалиться. Прямо на нас. Андерсон, кабина повреждена. Стреляй через нее. Стреляй через кабину, давай. Подожди, так я. Понятно. Давай-ка еще разок. Уничтожь его! Он вот-вот скроется! Всем отрядом выдвигаемся! Ракета в укрытие! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прямо на нас. Андерсон, кабина повреждена. Стреляй через нее. Попал. На. Что-то вот, правда, вертушку-то быстро поднял. Опыт в нас. Полетел в нас. И вот в третьей части, я как так понимаю, мега-снайпер это он будет. Еще не все. Это брат, я так понимаю. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!